Более 300 человек будут работать в новом ботаническом саду, строящемся в Астане. Об этом со слов руководителя столичного управления коммунального хозяйства Павла Кулагина сообщает газета «Казахстанская правда». По информации руководителя управления, в парковой зоне ботанического сада будут посажены 114 618 насаждений из 92 видов деревьев, в том числе береза бородавчатая, сосна обыкновенная, тополь пирамидальный, рябина красная, клен татарский, вяз широколистный, липа мелколистная и другие. Также планируется высадить 276 видов растений, список которых не является окончательным. Ботанический сад состоит из территорий открытого и закрытого грунта. На территории планируется разместить сад однолетних лекарственных растений, сад сельскохозяйственных культур, цветочный ручей. По данным Павла Кулагина, строительство сада поделено на два этапа. Первая очередь строительства начата акционерным обществом «Астана-Зеленстрой» в декабре 2013 года. В текущем году финансирование на реализацию проекта из средств местного и республиканского бюджетов не выделено. Рабочий проект второй очереди строительства в настоящее время проходит экспертизу, добавил он. Полное завершение строительства сада при условии своевременного финансирования планируется выполнить к концу 2016 года. Некоторые педагоги работают по поддельным документам. Это выяснилось в ходе проверки, проведенной Институтом судебной экспертизы Мангистауской области. Специалисты выборочно проверили 200 дипломов образца 1990-х и 2000-х годов. О неутешительных результатах пишет газета «Караван». А главный эксперт по судебно-техническому исследованию документов Рая Скендирова сообщила, что 90% исследованных дипломов оказались поддельными. Выявлены учителя физики, географии, химии, информатики, которые, как показала проверка, никогда не оканчивали вузов. Поддельные дипломы они приобретали в подземных переходах и по интернету. Каким образом и чему они учили школьников, остается только догадываться. Проверке подверглась лишь незначительная часть педагогического состава в некоторых районах Мангистауской области. Эксперт полагает, что при дальнейшей проверке будут выявлены новые факты подделки документов о высшем образовании. Меж тем, деловой Казахстан сообщает, что в Мангистауской области теперь информацию о качестве работ участковых врачей жители будут получать через СМС-сообщение. Одним из проектов общественного совета по взаимодействию с НПО при областном управлении здравоохранения станет отправка СМС на телефоны жителей о данных участковых врачей поликлиник. Предполагается также разработка вопросов для социологического опроса населения о качестве работы и услуг, оказываемых медицинскими работниками, говорится в статье. Большинство конфликтных ситуаций при обращении к специалистам, на мой взгляд, возникает по причине отсутствия информированности о правах пациентов, принципах деятельности, о различных служб здравоохранения. Надо признать, что это упущение с нашей стороны, отметил начальник областного управления здравоохранения Руслан Бектубаев.